Так, друзья, приветствую всех. С вами вновь Гаро. Вы смотрите Ниох. Продолжаем мы игру. И надо пройти путь ниндзя. Ниндзя, наконец-то. Като Данзо. На самом деле мы марафоним. С утра уже сидим. С утра сидели, часов в 9 играли. И вот продолжаем, убили трех боссов. После убийства змеи им дали наконец-то возможность пройти путь ниндзя и первый путь мага Амёда. Так, Локон Ниндзя. Так, подготавливаем дзюцу. Что-то какое-то легчайшее обучение. Что ж, продолжим. Чатик, вы там как? Живые? Сейчас надо путь мага Амёда пройти, чтобы следующее заклинание все пооткрывалось. Значит, ужас. Да, забавная. На счет, кстати, даже не глянул, сколько у меня киллов было. Сущий глянь, если не сложно. Так, мака меда. Привет всем на главный. Привет, ребят. А, изучить просит, конечно же. Thank you.
Ну и все. Ой, обучение прошел, теперь хоть следующие левелы доступны. Так, что у нас интересного про Юкай? Знаменитые собрания Кандзяку Моногатари и Удзи Сию Моногатари. Угу. Нуреона. Змея Юкай с головой женщины, пожирающей людей. Жуткая тварь. Считается, что в этом монстра обращаются утонувшие женщины, из-за мучащих их зависти и жажды мести они нападают на людей. Докуну Мэри. Ну, Гадзуки. Вот, ну эта тварь, блин. Яцуно Маками. Бог змей, на лбу которого торчит рог из бесчисленных лезвий. И монстр сей способен обстреливать врагов этими лезвиями. Под влиянием мира тьмы его змееподобные руки обретают разум и немедленно вступают в бой. Будто пружина выскакивает из его тела. Если обычно белое тело Яцуно Маками вдруг чернеет, знаете, он вот-вот призовет мир тьмы. У Сунакасури есть родственники, Йокай, вроде Оба и Ноцуга, похожие на ласок и собак. Говорят, что эти Йокай – духи умерших младенцев и маленьких детей, и что они трутся у ноги прохожих в поисках материнского тепла. Да, я ее убил по итогу. Да, теперь я ниндзя. Сирахами – дух-хранитель в облике белой гадюки. Это то, что нам надо. Слушай, нормально. Давай посмотрим, что дает это змея. Это донат залетел. Спасибо большое. Спасибо, Бодро. Благодарю. Так, я думал взять Сирахами. Отравление противника хочу. Яцуно Маками поставим ему. Сюда можем Кадаму либо Гаки. Ну, Ненки, например. Нормально.
Так, левел качнем. Ну это да. Битва была не на жизнь, а на смерть. Так, теперь можно прокачаться. Кусари Гама. Урон добивающих ударов надо прокачать. Вот это кайф, наконец-то, господи. Только кунай шторм еще недоступен. А что нам доступно? Отравленный сирюкен доступен и огненный сирюкен. Взял отраву и огненный сирюкен пока что. Амеда. Амеда, талисман. Выстрел огня. Вопрос. Попробуем дзюцу. Выстрел огня. Теперь подготовим их. Блин, мало. Ну ладно. Так, дополнительные задания у нас есть, да? Услуги кузнеца. Ну, давайте вот это выполним. Да, приветствую еще раз, ребят, тех, кто с главной. Привет всем. Победили мы третьего босса сегодня только. Сейчас немножко выдыхаем. Надо разобраться с новыми способностями. Кстати, почти левел ап. Блин, не хватило. Че, секунду. Ловушки, прикольно.
Монетки такое себе. Угу. Ладно, качаем пока отравленные сюрикены. Все, теперь можно идти. Ну, это, в принципе, побочное задание, но не должно быть сложно. Понятно. Малый Умибодзу. Серьезно, она? Сирога, урусай, кара, кита, кедо. Таиста, я цва, инай, уне. Аташи, ва, коно, атари, о, ката... Начало, как всегда, классика. Размочили вечерний счет. Ну а чё, блин, ниндзя он такой. Его рубят за секунды. Чему удивляться? Обидно будет, если потеряю эссенцию души вот этой твари. У меня еще такое не было. А, она со мной идет. Что они прям жестковаты, мобы тут. Надо бы шмот обновить. В смысле сабы? Ты еще думаешь, я миллиардер, что ли? У меня денег нет. Стример нищеброд, успокойтесь. Так, траванул я его нормально.
Блять. Змееруб. Так, уже кое-что появилось побольше. Вот он. С зарядом порчи, значит. Ой, старое доброе колесо из первой части. Классика. Офигенно. Как первый. Собственно, как первый. Очень похож на первый. Но боссы прям злее. Честно, по ощущениям, боссы сложнее. Это не первая локация геймплей. Это от деревни Кузнецов. Во второй части. А это сайд-квест. Да не, она полезная, зря вот так. Он себя вражин нормально отвлекает. Смотрите. Полезная, что полезная.
отлично спрыгнул, я считаю. То, что нам надо. Ну и все. Этот сайт-квест закончили. Ипон Датара. Слушай, высокоуровневые. Анима на врагов, промокание, водный урон. Что нормально у Мибоза. Так, еще где-то сайт-квест был. О, ниндзя Фуму могу скрафтить. Шикарно. Они все увеличивают урон сюрикенов из кунай. Белый — это ни о чем. О, хотя бы желтый. Служитель богов, чё за сет? То есть, а как вы посмотрите, чё за сет? А вот служитель богов. Нетронутость, получаем от ЮКА урон, понятно. Ну да, нормально. Урон сюрикенов и кунаев офигенная.
Вот это отлично. Набор для письма обязательно. Нетронутый ниндзюцу оставить. Шанс невысокий, но... Ладно, пусть будет. Ну давай попробуем ковку. Нихера, обычная. 30% фиолетовую. Во. Вот эта штука уже норм. Сила атаки 267. Даже это что такое? Интересный пар клинков. Так, идем, ладно, сайт-квест сделаем. Тут пара осталась. А потом дальше по сюжету. Ну, вообще игра на первую часть похожа крайне, ребят. Прям вот один в один. Если вам нравилась первая часть, понравится и вторая. Но с другой стороны, если вам первая не зашла, то вторая вряд ли. Камни духов ищут опять. Согласен. Но надо признать, тут очень интересные боссы и монстры. Как бы ты игры все равно про боссов, согласись. И боссы здесь крайне прикольные. Кто у нас сейчас тут будет? Ты сволочь маленькая. Шутно. Одноглазый, значит, да? Thank you.
Отравим, давайте его. Траванули. Так, это на ножи умеет прыгать. Блять. Кунай. Ёб твою мать. Что-то я сразу не сообразил. Огонь. Господи. В ноябре, да, примерно на ПК. Лучше булки тут не расслаблять. Так. Огненные кунаи я все потратил. О, маленький уродец. Так, давайте ему что-нибудь подгоним. Я ему обычно душу подгоняю. Дай вот это и пандатари. Бери. Фруси. Иди нафиг. Так, там демон какой-то. Может, паралич раскачать, кстати, тоже нормальная тема будет. Обезьяна? Бля, какая-то странная обезьяна. Сука. Нравится хорошо. И главное, ведь сдохнет от отравы. Главное, ведь сдохнет от отравы. Ну ладно. Маленькие фруси. Как всегда, камнями кидаются. Мне бы, конечно, кусари гамму бы на яд, а не на эту шляпу. Наивно, это не камни.
Ну, кстати, да, зная Фруси, могут быть и не камни. Тут вы как бы правы. Суровая штука. Норм, она его еще и траванула. Обезьяну закидал. У обезьяны слабость к огню. Надо запомнить. Ну, он маленький Фруся. С таким чпоком. Смачным падает. Ну, кстати, прикольно, что они новый костюм ниндзя сделали. Подожди, только я ничего не пойму, куда мне идти-то. В этом доме. А, это маленький уродец. А задание-то куда меня ведет? Шорткат, что ли? Ну да, похоже на то. Паучья лилия. Круто. О. Ну, это, кстати, магическая душа. И она на паралич. У нее способность парализует. Прикольно. Но змея вообще топовая. Змея ураган просто. Вы видели, какую я змеюку вызываю? Как они замучили говном кидаться, ну господи. Так она еще и травит. Да, досталась она эта жесть. Все знают, что у обезьяны есть слабость к огню. Я не знал. Ну опять началось. Тест рвануть ее можно? У нее резист к отраве.
хрен откроешь, пока не убьешь. Вопрос в том, кого мне, блин, надо убить тут. Хороший парень. Еще и обезьяна. Найс. Обезьяне, блять. Извините. Она специально подождала, откатила форму. Потом начала атаковать. То есть они мобов научили кайтить. Сначала обезьяну бахнем. Он прям горит легчайше. Добавим яд. Горит, отравлен. Давай. Это по-нашему. Ниндзя мы или зачем? В ноябрь, говорят. Там хреново знает, ребят. Это не точная информация на всякий случай. Я сам инфу не встречал. Опять душу ему дадим. Давай попробуем оружие ему, не знаю, дать. Или он какую-нибудь шляпу. Большой камень духов. Посмотрим, что он взамен даст. Кучу малых духов и плод Физалиса. Я еще не знаю, зачем нужны плоды Физалиса. Похоже, что да.
как у змея расхерачила. Я сам, по сути, становлюсь таким вот боссом. Ну да, такое слегка геморное заданец. Вот этого Кадама я не знаю, как добраться до него. Где и там проход должен быть, да? Ну что, давайте ему дадим. Давайте опять попробуем камень духов большой. Ой. Маленький. Дерево и плод. Чё за плод Физалиса? Я вот это не пойму, что это за херня. Если честно. Их можно жрать. Все. Прошел. Да, походу, восстановление Амриты. Ничего экстраординарного, просто восстановление Амрита. Сюда мы теперь могу сюда. Лол. Сейчас кузнеца. Что за умение она мне дала?
Брат Сыт. Миску Кадама какой-то. Ладно, хрен с ним. Так, последнее задание, сайд-квест последний. И идем дальше. В ноябре, говорят. Не раньше ноября. Привет, King of Heaven. Говорят, не раньше ноября. Там посмотрим. Как бы да. Ну а что делать? Консольная игра. А Ниух разве одновременно первый выходил? Я помню, первый Ниух тоже на консоли вначале играл. На ПК я только потом начал играть. Парализующие сюрикены. Пригодится. Сопротивляемся яду и параличу. Кстати, надо дзюцу побольше уже взять. Блин, только 5 штук могу. Досадно. Ну так же через полгода он вышел, да. Ну видишь. Опа, а кто это там сражается? Йокай. Гори, гори, ясно. Обезьянка человека убивала. Ну как? Нашел тактику. Аккуратно отыграл по этой тактике и, собственно, победил. Ничего замысловатого. Нормально травится. Нет, блять, отрава по нему плохо работает. Быстро сходит и мало отравы. Да ладно, нормально я ее заборол. Чего вы начинаете? Что это обезьянка обиделась?
Ну да, половина киллов. Половина смертей это змея, ребят. Вот дерьмо. Блять, маленький урод. Задолбал. И вот он бомбами этими кидается, ну да чё мерзкий фруси. Мы этих маленьких уродов в Руси зовем. Больно. Найс. Парола. Заебись. Можно полегче? Осталась одна. Бля. Ну куда они этих змей насажали? Они толстые невероятно. Хер убьешь. У нас пресс-версия, поэтому доступ раньше. Слушайте, а магия меда, может, на обезьяну тоже сработает? Давайте потестим. Душная мартышка. Мобы? Не то слово. При том, что я по левелу как бы не отстаю. Задание на 20 левел, у меня 32. То есть у меня весь сет на урон кунаями и сюрикенами. И они охереть. Какие толстые по сравнению с первой частью. Попробуем огнем его. Нормально горит. И просто невероятно живучий. Ты вбил, как я босса бил. Я 2 или 3 часа предыдущего босса бил. Я все нахер проклял. Я этого босса валил. Так, есть удар змеи.
Подожгем. Не горит. Заебись прилет. Грёбаный Фруси. Конечно, обезьяна. Хрен не обезьян. Там еще одна змея была. Блять, все зафейлил. Просто нахер все. Это провал. Так, это ж... Нехорошую девушку я убил. Сдохнет. Фух. Где я, ё-моё? Чё у нас осталось? Одна бомба, два сюрикена. Найс. Трава прошла. Чё есть бомба? Поджог есть. Один удар. И все заново. Хорошая миссия. Это 20-е мобы. 20-е. Как я... И одни йокаи. Просто, вот, понимаете, одни йокаи. Никого другого нет. Я его парализовал, лол. Ну, шатвар болиголову прокачать. Пирожок пришла издеваться. Привет, пирожок. Так, этот травится нормально. Ой, он не травится ни хера. Мерзкие, мерзкие, мерзкие мобы. Да, извини, не видел. Минус два куная. Да грёбаный Фруся!
В жопу его. Первая змея готова. Маленький Фруся. Конечно, у меня нет аркебузы. Я же молодец. Нахуя мне аркебуза? Я же гений, я ее сломал. Пизда мне. Фу. Повезло. Если она вот этим мне схватит скиллом, мне жопа. А вот и мушкет. Мартышка позорная. На удар змеи потратил. Магия только осталась. Урод. Змеиный удар ни хера не заряжен.
Пиздец, выглядит страшно. Сучья обезьяна. Нет! Бля, это не все? Да вы гоните нахуй. Надо удар змеи юзать. Значит, пизда. Один минус. Магия. Нахуй магию. Блять, очень быстрые атаки. Надо эвейдить. Блять, да как тебя убить, сука? Еще один выстрел. Фу, бля. Да ну нахуй! Да ну нахуй, я не буду это проходить. Вы что, ебанулись вообще, что ли, в край? Как это пройти нахер? У меня на проходке все кунаи закончились, все закончилось. Как я это должен пройти? Вы что, ебанутые, что ли? Тупортость, на какая-то. Я сейчас пробегу туда, нахуй. Пошла нахер, обезьяна. Да это Unreal просто, у меня, блядь, все закончилось, понимаете? У меня просто нахуй все заканчивалось. Я не знаю, как это пройти. Давай, напарник.
тот самый момент, когда я, блядь, взял напарника Стоунфу. П полезный. Ну все, мне пизда. Да как так-то? Прикиньте, сколько у него ХП. Есть итемы, которые устанавливают дзюцу, у меня их нету. Да тут все так потно, понимаешь? Тут не потно вообще нету. То есть я поначалу первого босса убил, такой типа, о, блядь, что-то легенько было. А потом такой типа, а это босс как в Тауэре первый был. Это не босс вообще. И тебя начинают ебать. Со страшной силой. Тонфу, иди нахер, никогда не берите людей с Тонфу. Копье нормально. Копьё, мужик. Стань от бабы, грязная мартышка. Это просто нахер. Нет, есть новые. Основная фича — это превращение в демона. Обезьяну змеей забирать надо. Вот и все. Да, давайте еще проебем все души. Че бы нет. Это же будет весело. Чувак с топорами. Ну, давай посмотрим, что за чувак с топорами. Змея. Nice.
Так, минус эта тварь. Так, еще не время расслабляться. Змея. Маг. Ничего нет. Иди ты нахуй просто. Это пиздец. Что за миссия? Я не понимаю. Вы представляете? То есть ты должен пройти через орду демонов, потратить все. И там потом еще орда демонов. Да, пацан с топорами нормальный. У меня нахер горит. И понимаете, что как бы, если ты не используешь все эти дзюцу, хуюцу, магию, ты вообще-то здесь в таком пососе. С сюрикенами нечестно. Ну, поиграй, блядь, без сюрикенов. Поиграй без дзюцу. Найс! Нас поимели. Да не просто на похер, ну как это пройти? Не бывает в них обычных мечников. Все равно люди берут магию, люди всегда что-то берут, потому что без этого ну невозможно играть. Тебе нужна магия на урон, на истощение. Магия меда. У тебя должны быть талисманы на броню, на атаку. Как ты обычный мечник? Что такое обычный мечник? У тебя пилюли должны быть, в конце концов, из ниндзюцу. Не, обычных тут не бывает, мужики, серьезно. А, у меня все, у меня нет чашек меда. Напарника не будет. Денег нет, но вы держитесь. Я не знаю, как я это буду убивать, все, я вот вообще без понятия. Как-то.
Просто два удара в помойку. Два удара, я в помойке. Херенная игра. В базаре, может, можно купить? Тьфу, то не то. Ну что, нет базара Кадама? Да, хер. Ну ладно. У меня чашечка утеку нету. Главное, чувак вот, который остался, он реально последний. Его только надо завалить и все. Как бы. Но я не смог. Давай, сущий. Да это задница, ребят. Полнейшая. Здравствуйте, я злоебучая обезьяна. Как ты в нее промахнулся? Кунаем, блядь, рука сзада и ублюдство. Где злая змея? Так, она нихера не травится, она нихера не умирает. По ней бомбы нормально работают. Яд. На этого яд. Спокойно травим. Нахер тебя. Все. Фу, в соло прошел. Без помощи. Ты вот так ниндзя играешь. Так в этого яд, в этого огонь, в это сюда, это туда. Да, в первый неох я прошел его практически перед тем, как вторая вышла. Тоже за ниндзю играл, кстати. И я там за мага играл, за ниндзю. Не прет меня за самураев.
Ух. Так, что бы раскачать? Парализующий сюрикен давайте. Так, надо все-таки вот это лучше. Вот, талисман стали. Вот это усиливает защиту. Вот эти талисманы часто воины делают. Фуф. Ребят, наверное, следующее... Продолжим завтра, ребят, уже. Спасибо большое, что смотрели. Давайте, наверное, завтра продолжим сюжетку. Сделал. Но я сегодня уже 10 часов стримлю. Давайте завтра продолжим тогда. Ой. Завтра у меня пара стримов будет. Ньюх и Аркейдж завтра. Так что давайте, до встречи завтра, ребят. С утречка Ньюх продолжим прохождение.